Последний день января для жителей 37-го дома по проспекту Металлургов стал первым днем жизни без газа. 31 января в результате планового технического обслуживания газовщики перекрыли 4 стояка в двух подъездах. В итоге жильцы на неопределенное время остались и без газа, и без горячей воды. Кроме того, люди жалуются на постоянные скачки напряжения, особенно зимой. В теме разбиралась Наталья Дедова.